Так, прекрасно. АЕ-40-27 ЕТ. Ну и как это сейчас? Что у вас происходит? Откуда это везется вообще все? Первый раз. Откуда вы это везете? У вас такая же херня лежит там сейчас в багажнике, с такой же, с таким же боем. Откуда это все везется? Сейчас вас, вам просто проще будет, откуда сказать, мы хозяевам поедем. Откуда вы везете этот строительный мусор? Ну, мы ехали за вами. Откуда с Лапинки? Адрес? Чехова. Чехова, да? Да. Прекрасно. Чехова, это же частный дом? Угу. Номер есть Чехова? Не помните? И сюда сколько вы раз уже ездили? Да. Прекрасно. Это то, что вот сейчас здесь. Здесь у вас такой же самый бой, как вот на этом деле. Как это первый раз? Я вообще первый раз. Да? Я даже сейчас разворачивался, я хотел отсюда уезжать. Угу. Конечно. Вы не хотели уезжать. Сами будете вызывать милицию или кто? Ну, если я сейчас хотел, я разворачивался, хотел уезжать отсюда. Да не, вы тут разгружаете. Что я буду разгружать, если я хотел отсюда выезжать? А, вы пописать заехали. Не пописать, просто заехал отсюда выезжать. Конечно. Мне сказали, что тут какой-то котлован. Я смотрю, тут котлована никакого нету, я сейчас буду его везти на мусорку. На какую мусорку? Ну, на свалку. Я смотрю, тут никакого котлована нету. Ну, вы сейчас думаете, что тут все дурачки или как? Котлован там есть, тут котлована нету. Мне тут сказали, что тут есть котлован. Угу. Прекрасно. Ну, прекрасно, сейчас приезжают, следствие описывают, дальше будете с ними разбираться. Тебя набираются, набери место два. Поворот возле 313-го. У нас, так понимаете, все почему-то вот. Никто не знает, куда едет, а потом получается ситуация, что усрали весь город. Конечно. Все, машина решила не ждать полицию и уехала. Задерживать мы ее тоже не будем. Все. Товарищ уехал. Полиция пока не приехала. Ну, размер свалки, все в строительном мусоре, тут капитально, конечно. Ну, видео передадим в ГУНП, пускай разбираются. В принципе, номера есть, кому заниматься теперь тоже есть.